Опорный вуз региона отметил юбилей. Ульяновский государственный университет празднует 35-летие. История вуза началась в 1988 году, когда было принято решение о создании нового высшего учебного заведения. За это время классический университет претерпел немало изменений. Открывались новые факультеты и направления, строились новые корпуса. Сегодня знаменательный день, 35 лет УЛГУ. Это основа Ульяновской области, это кузница наших кадров, которые работают во всех отраслях экономики, работают и в здравоохранении, и в социальной сфере. Сейчас вуз входит в сотню лучших высших учебных заведений страны. В УЛГУ учатся более 13 тысяч студентов. Среди них более 2000 иностранных граждан из 43 стран ближнего и дальнего зарубежья. Обучают молодежь 900 преподавателей, среди которых ученые с мировым именем, члены российских и международных академий наук, заслуженные деятели науки Российской Федерации. Я хочу сегодня выражать только благодарность. Благодарность всем людям, которые стояли у истоков Ульяновского государственного университета. В первую очередь, конечно, ректорской группе. Многие из них до сих пор работают в университете. Ну а самая большая благодарность – это отцам основателям. За вклад в развитие науки и образования лучших сотрудников УЛГУ наградили почетными грамотами и благодарственными письмами от губернатора Ульяновской области, а также медалями за безупречный труд и отличие. Ну, я работаю в Ульяновском госуниверситете уже 13 лет, являюсь ровесником университета. Ну, для меня, на самом деле, университет – это целая жизнь. То есть я здесь учился, я здесь прошел аспирантуру, сейчас готовлюсь к предзащите. 35 лет – это не конец, а повод задуматься о будущем, о новых высотах и целях, которые вуз ставит перед собой. Кирилл Савосин, Герман Баранов, УлПравда ТВ.